Это одно из 100 предприятий, расположенных в Чуйской области. Отметим, что 30 августа здесь будет открыт отдельный цех по производству пластиковой посуды для пищевых продуктов. В этих целях здесь закуплено совершенно новое оборудование. При изготовлении посуды для пищевых продуктов особое внимание уделяется качеству сырья, поэтому в этом производстве применяют ПЭТ. Это пластик, который очень легкий, при этом устойчив к механическим повреждениям. И самое главное, его особенность в том, что его можно перерабатывать бесконечно. Пленка получается из первичных гранул, которые мы привозим с таких стран, как Россия, Белоруссия, Китай. Экструдер полностью соответствует современным нормам по экологичности, безотходности. Вот здесь дальше пройдем, я покажу. При производстве пленки бывают лишние рамки, которые он отрезает, обратно собирает, перемалывает и передрабливает. То есть, грубо говоря, 99-98% это безотходное производство. Да, это вся линия, одна техника. То есть, начиная от подачи, подается сырье, потом он проходит через высокоградусную термическую обработку, подается, расплавляется до жидкостного состояния. Потом отсюда подается на валы, которые уже формируют текстуру гладкую. Здесь вы можете уже посмотреть, как она выходит с самих валов. Уже гладкая и готовая почти к использованию пленка. Дальше отрезаются лишние бока, неровности. Замеряется толщина пленки, соответствует нормам, не соответствует. Дальше наносится слой, который деэлектризует пленку. Это новое оборудование, закупленное из Китая за счет средств Кыргызско-Российского фонда развития. Отметим, что благодаря этой новой технике объем производства был увеличен с 8 миллионов до 14 миллионов единиц в год. Также благодаря новой технике здесь будет создано дополнительно 15 рабочих мест. В 2022 году со стороны Кыргызско-Российского фонда развития был получен кредит на сумму 600 тысяч долларов. И вот за эти деньги мы купили с Китая оборудование. Вот. Сейчас мы обеспечиваем 45 рабочих мест, средняя зарплата которых от 35 до 70 тысяч сомов. В среднем мы оплачиваем налог в размере 16 миллионов сомов за один год. Вот. Оборот за 2023 год составил 138 миллионов. В планах мы планируем еще дальше расширяться. Вот, к примеру, мы купили новое оборудование в августе месяце, вот недавно с Китая, для горячих блюд, контейнера будем производить. И для этого случая у нас будет создано дополнительно 15 рабочих мест. В конечном итоге здесь получают вот такие вот пластиковые посуды, как для горячих, так и для холодных блюд. Отметим, что максимальная производственная мощность этого предприятия составляет 14 миллионов единиц. Год. На весь ассортимент, который мы производим, мы верим, что сделали 80% замещения импорта, потому что раньше такая упаковка приезжала с России, с Казахстана, сейчас все берут у нас. Помимо этого, в новых оборудованиях мы очень важно учитывали автоматизацию процесса, хотели улучшить свои процессы, поэтому новые автоматы сами подают, сами формуют, сами режут, сами считают. И вплоть до упаковки в одной коробке они выдают нам сами. Нам остается только упаковать конечную продукцию. Душевые кабинки, раздевалка. В этом производстве для сотрудников созданы все необходимые условия. А также здесь есть столовая, где для работников предусмотрен бесплатный обед. Кундуз Кадатаева, Бекжан Токтосунов, Алатау 24.